Отдых не для всех. Агентство государственных услуг 28 и 30 августа будет работать в обычном режиме. Решение приняли в связи с большим количеством запросов от наших сограждан, возвращающихся домой из-за границы. В учреждении уточнили, что 28 числа многофункциональные центры будут открыты по субботнему графику. А в понедельник желающие обновить документы смогут обратиться в агентство с 7:30 до 15:00. Заявление о выдаче актов, удостоверяющих личности и их получение в тот же день можно запросить в столичном центрах по адресу Пушкина 47 и Александру Челбун 56. Граждан будут обслуживать по предварительной записи.